Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская задержали мужчину на перроне железнодорожного вокзала города Бердска. При обыске у подозреваемого транспортные полицейские нашли и изъяли партию синтетического наркотического средства, подготовленную, как выяснилось, для распространения в Бердске. На территории железнодорожного вокзала станции Бердск полицейские патрульно-постовой службы транспортной полиции задержали 36-летнего местного жителя, у которого во время личного досмотра обнаружили 66 свертков с сыпучим веществом. По данным криминалистической экспертизы, изъятое является мефедроном. Установлено, что мужчина приобрел через интернет оптовую партию наркотика и намеревался сбыть запрещенное вещество через тайники закладки. Действия задержанного квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Теперь у мужчины появилась реальная перспектива оказаться в колонии на много лет.